И сетапа дает нон-стопом. Ну, это да. Ну, талант, так у меня и так символ стоит. А, нет, я его не... Ну вот, у меня, да, я не поставил этот талант. Короче, если чё, к хулидринку за хавкой. Он сжалился надо мной и потратил долларанские знаки. 3 штуки на хавку для пета. Нормально. Там по 30 статов, я потом докачаю кулинарку, потому что там 50 баджей надо, которые эти, на токены. Понял? А, да. Чё по хилам-то, бля? Где стоит? Мне хила, походу, надо, да? Я так понял. Ты не Ола, хил. Почему у меня ТТМ очищение стоит, брат? А, вот. А, ну да. Эбби. Он то умер. Мне пауки ебало разбить. Ну я, короче, да, пока что он вон, я его призвал, этого пета, он 76-го. Ну как раз качай, качаю. Я так и делаю, качаю, ебать. Вообще, он в инстах, они как-то ебано качаться стали, я раньше помню, в инстах качал. Ну, раньше оно быстрее качалось, а я что-то походил, блядь, а он как был 76-го, так и остался. Ну тут пиздец, все нахуй еду. Можно еще это, блядь, паука забрать себе. Мало закончилось. Кайчу. Ебать, у нас ханта топор за спиной, бля, силовой, ёптить. Да похуй, он все равно силу атаки дает, поебать. Охереть может. Бля, о, это пизда. Да, мне уже интересно, что эти долбоёбы сделали. Кнопки, сука, не поставил. Да. Сбросились прям. Хуй узнает, каждый раз заходишь. Кнопки нахуй, блин. А чё, они типа на работе что-то натворили или чё? Наверное, да. Ну, это причём у тебя выходной сегодня? Тебе до пизды вообще. Ну, у меня такой выходной, я просто сказал мастеру, что я сегодня не приду. Ну, так, значит, тебя сегодня нет на работе. Ну да. Значит, у тебя выходной. Где? На каком заводе работаешь ты так? На доменном цехе, 5-я проходная. Ебать, нет, не знаю. Ты же знаешь, там эти есть, типа, Конор, там, Пионер. Вроде у них есть отделение в магнитке, не, нету? У Конора. Какой Конор? Макгрегор? Да нет, блядь, завод такой называется Конор. Нет, такой завод я не знаю. Я знаю, что есть только ММК, ебать. Кроме ММК, по-моему, нет больше заводов. Понял, блядь. Думал, там же на левом береге один огромный завод. Я помню, короче, с 5-й проходной шел до 1-й. Я целый час шел пешком, ебать, по прямой, сквозь весь завод. Я иду, блядь, он не кончается. Думаю, ебаный в рот. У меня в родном городе вообще шахты нахуй под городом. Ебать с кайфом, если город провалится. Не, не провалится. Это совковая постройка. Каска есть? О, это 8% каска, ебанить, пожалуйста. На этих ДДшниках всех кулак висит. Нормально. У меня город фул построенный зэками. Ты где, в Сибири, что ли, живешь? Ну да, блядь. А где именно? Ну, сейчас в Красноярске. А до этого? Навряд ли, знаете, Железногорск. Закрытый город. Я-то не знаю. Это, вот, он раньше вообще, как бы... Сейчас он на картах хотя бы есть. Раньше его вообще даже на картах не было. Ну, у нас там, типа, блядь, это... Атомная станция в горе. Она сейчас у меня, уже... короче, ракетные шахты в горе. Блять. Ну вот это, в Межгорье. Ну тут Сибириан Пауэршоу там проходил, да, этот? В Красноярске, да, по-моему? Чё говоришь? Сибириан Пауэршоу, блядь, каждый год проходит что-то, бля. Там, бля, армрестлинг есть, нахуй, бодибилдинг. В Красноярске-то? Да. Да, да тут дохуя чё. Тут и, блядь, и...
Ну, тут как его был? Что-то там с коньками по фигурному катанию или чуть-чуть в том году, по-моему, был. Там у вас этот дальнобойщик есть, нахуй. Виталий Ларикин, что ли, там, бля, отхуярился этот парный. Там, бля. Длинный, нахуй. Дрыщ был, нахуй, пиздец он набрал, ебать. Как ману можно зарегенить? Пиздец, ёбаный, блядь, лем. Говна кусок. Я сдам. Он же сторит, я думаю, блядь, у нас же мага нету, говорю, какой сторит. Бля, сейчас я его найду, нахуй. Я уже не помню, где это. Я тоже это... Ой, дай, говорит, столик, блядь, его ищешь, нахуй, это аркан спеки, ёбану, блядь, шесть этих... Шесть страниц просто ищешь, ёбаный рот. Да, чё, панель, думаешь, большая? Инту зайди ещё потом. Берите это, Слава, ты взял? Что у нас хило вообще? Миньола. Два приста. Не, Слава в ШП. А тогда один нахуй. Давай я спек начну. А что там анвайна в гильдии нет? Да, не надо. Тим человек. Живи, Эвилаша, живи на полпись. Чего, вчера еще долго фильмы там смотрели? Я вообще охуел, сидел, думал, сидел, чекал, короче, думал, как ДПС увеличить, сидел там, читал, блядь. Смотрю, захожу в Дискорд, сидят, нахуй, экзорцизм смотрят какой-то, блядь, типа к тулу привязали, нахуй, в говнище, в кровище весь, блядь. И Слава сидит, мне нравится, заебись. Сука. Не, ну, кстати, момент такой, прям... Нормально был. Ну, в плане смысла, что он такой жестковатый. Не, в Константине по Лайтове это было все. Не, ну он прикольный фильм. Прикольный. Ну да. Там, типа, нет. А этот... А как фильм еще был-то, где, блядь, Легион или чё? Где они в кафетерии где-то, в Мексике, блядь, или в Техасе? Блядь, надо убить всех твоих, вернуться, блядь. Не-не-не-не-не-не, это прям старый. Ну там... Там, короче, еще бабка, нахуй, ёбнулась, и сковородой переебали, поебали. Там, да, там, короче, ну, ебать... Легион наступил конец света. Да, он, по-моему, так и назывался Легион. Там, да. Короче, наступает конец света, и челы в кафетерии вообще не выкупают, что происходит. А там, бля, среди всех, там, короче, одна женщина беременна. Вот, и в конце она типа должна родить спасителя конца света, ебать. Вот. Типа, там ангелы, все... демоны, бля, ебать, там всякие станисты, блядь. А, ну там экзорцизма нету, там чисто качан прошивают, нахуй, да, пистолет. Там фильм еще прикольный. Этот, саранчи еще там. Да, был, ну вся вот эта хуйня. Ну, мне понравился, я давно его смотрел, но он был прикольный. Да. Там типа архангел спустился, только какой-то он не стандартный с мечом, у него дохуя автоматов там, на тачке приехал. Он все крылья отрезал или чё, короче.
А, он вроде как отказался, короче, от он человека. Отказался да, служить чтобы... Богу, потому что это он, ну, типа, вызвал конец света, ну, да. типа, на земле. Да-да-да, что-то Бог такое. Решил, короче, что мы недостойны жить, и, короче, блядь, послал своих ангелов, чтобы они убили всех людей. Ну, мы-то точно жить недостойны по 20 раз на Халионе вайпаться, ну. Вот. А вот этот чел, который крылья срезал, он сказал, типа, не ебать, люди важны, нахуй, и пошел, типа, драться с ангелами. Ну, типа, если сначала кажется, что это, типа, там, демоны, вот эта вся хуйня, это они, типа, злодеи, то там потом в конце, опа, это ангелы, ебать. Ну, это старый фильм, да, бля, вот 10 лет назад. Да, 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 больше да. даже, наверное. Бля, по-моему. Ебать, этот тиль взял, что-то скамую, хулипал вместо... С утра я, блядь, Я давно уже такие фильмы всякие не смотрел. Ну, у меня девушка сыкло, поэтому, блядь, нахуй хуй посмотришь. Ебать, я вообще ужастики, я поймаю. Один раз зашел на этот, пятница, 13-я жизнь, фильм, бля, этот. После этого вообще нахуй год. Ты вроде здоровый. Джейсон, что ли, нахуй, такой, нахуй? Да, пиздец, неприятно же, нахуй, смотришь, нахуй. Бля, думаю, сейчас выйдет, нахуй. Нет, точно выйдет, нахуй, нет, вот, сейчас, нахуй. И как расслабляешься, он выходит, сука. Я думаю, пиздец, там тоже нахуй ужастики нахуй, нахуй. Эти, бля, психологию изучили нахуй, уже эти дрики, блин. Там пиздец они ловят нахуй. Пятница 13 очень люблю. Прям, бля, охуеть. Я еще, бля, в кинотеатр нахуй сходил вот. Когда девушка была, вот сейчас сжимаю нахуй и пиздец. После этого вообще не ходим нахуй, ужастики. Есть некоторые, бля, которые вот кайфуют нахуй от этих ужастиков, ебать. Я хуй знает, я их всегда смотрю. Мне нельзя единственное в компании всю вот эту хуйню смотреть. Потому что я начинаю залупаться и портить фильм. Я тоже часто залупаюсь. Я когда смотрю фильм, думаю, ебать, какая параша. И давай там многое комментировать. Вот аватар чисто, второй, братья, смотри. Вот телевизор, да? Смотрели, а что, уже короче... есть в нормальном качестве аватар второй? Не, мы в кино ходили. А, ходили. Смотрели, короче, кино. А там концовка, ну, мне очень не понравилась. Вот, не надо рассказывать давай... только, пожалуйста. Да, бля, да, подожди, мне, короче, а какого это... хуя? Какого хуя в Магнитке есть аватар 2, блядь? А в Челябинске нету, это что за хуйня? Да его, это давно показывают еще, как только вышел. Нет, блядь, я уже на... Да, у Мазу сходил, блядь, я до горок сходил. А, подожди, вообще. Ты как смотришь? Там же этот, блядь, Аватар 2, его же не показывают как Аватар 2. Мы, допустим, пошли, короче, смотреть русский фильм, но перед ним идет техническая обработка, ну, типа, и мы смотрим Аватар 2, и только потом идет уже сам фильм. Там, типа, идешь... не озвучивают, да. Да, это... не озвучивается, что ты идешь на Аватар 2. Там идет, типа, это, как техническое что-то там, ебать. И что, типа... Ты идешь на русский фильм, а на деле ты идешь на аватар. Там же нельзя использовать сейчас американские фильмы вот эти смотреть. Я не слышу. Короче, забей хуй. Вот. Ну, короче, я комментировал конец фильма, а потом на следующий день я пошел на работу, мне надо было печати выставить. Пошел, короче, директору нашего предприятия, а оказывается, он был тоже на этом сеансе аватара. И дал тебе пизды, да? Не, он сказал, бля, голос что-то знакомый. На аватаре втором был, ну да. А, это ты был, комментатор хуев. Я такой, да. Блять. Гоп-гоп-гоп, слышно? Да. Да. Бля, пиздец, вылетел. Б-
ебаный интернет, сын хуйни. Нихуя. Что это было? Вы уже запулили? Мы уже убиваем. Бля, заебись я за инстом. Кто за инстом? А ты успел ударить? Я за инстом. А ты успел ударить хоть раз? Нет, я ж говорю, у меня вылетело, я перед этим стоял. У меня просто... Хуяк, пока. Ну, если выпадет твой токен, мы тебе обязательно об этом скажем. Это будет, блядь, я буду плакать 10 лет. Кос, блядь. Минус буря-бай. Пока. Ну, я давно умер. Надо было желтый хуярить нахуй этот джага. Блять, я не могу на ханте. Убиваем сверки, оп-оп-оп. Тебе надо мертвым пока да, прикидываться, когда сфер. Иначе ты хуй побьешь нормально. Да я заметил. Так вы можете просто босса не открывать все. А, без сутан минус. Ну мы подождем, когда ты зайдешь. Ну вот, я говорю. Есть шанс, то что может заултаю. Что заултаешь, ты его убить еще надо, у нас вайп походу, блядь. Да. У нас один хил, 2 дд и танк, нахуй, чисто 2.5 мульта ебашь. Войт ману жопе или сама у него на 10%. На X5 ходил, блядь, с шпшником, блядь, ману сжигать ему доставляли. Да, это все фигня. Да я бил, блядь, первый. Можно мне сразу доктор? Угу. Оп-оп. Сейчас будет технический вайп. Бля, дододжите его, наверное, не? Да. Оп, три. Все, технический вайп. И Вилаша отступай, и не ол тоже. Да, бегите нахуй. Бегите, глупцы. Смотритель снабжен всем необходимым для защиты галереи. Умерли что ли? Да. Встать никто не может, да? А нет. Ну, это технический вайп. Мы упали, чтобы Ваня Кувалда смог с нами это получить токен. Ваня Кувалда, блядь. Ебать, ник охуенный, аж кайфую с ним. Кто-то на фоне, и я охуею, блядь. Да БЛ был бы, убили бы. А, кстати, БЛ уже, бля, у меня же БЛ есть, я до сих пор не помню про него. После мага, знаешь, чисто две кнопочки, ебать, с кайфом. Я бы еще 2-5 залутать. Залупайте две кнопочки, нахуй, на мане, блядь. 2-5, ну да. 2-5 неплохо было бы. А там просто во фроста спекаешься, знаешь. Пиздец будет. Блять. Там такие криты сасные просто, вай-вай. Хотя из 4, из Т4 точно такой же Т5 сделали почти. Только ты на переходках не дамажишь нихуя абсолютно. Где-то бегаешь. На аркане хоть что-то дамажишь. Но это максимум. На том же Халионе, блять, эти 4 леза, это вообще пиздец, хуй подамажишь, блять.
А чё тут гусь какой-то? А, это вот что у нас комбат висел. А, бля, я давай вот надо демо. Слава грустный какой-то, молчит, бля. Да он хуеет. Как можно. Ой, я не туда завернул. А нету, да, возможности персонажа с аккаунта на аккаунт перенести? Нет. Очень жаль. Выруби дух, нахуй, там всех замедляет. Фрик. Кстати, Синтек, ты говорил что-то про Аватар 2, ты как на него сходил? Мы просто в кино пошли и все. Не, типа, он прям был вот Аватар 2, да? Или нет? Ну да. Просто там... Ебать, это пиздец, какого хуя, блядь, Челябинска нихуя нет. Я уверен, в Челябинске есть. Ты, короче, зайди в самый популярный этот кинотеатр и посмотри русские сериалы, и там в описании должно быть написано «Аватар 2». Заебись, блядь, Россия нахуй шарит. Ну, а Ну, как им же еще надо переводить? как-то обходить. Подожди, это же как-то, блядь, можно даже, получается, по Бля, пушке они, стрелять. короче, не отъебутся, давайте доубить их. А? Ну да. Да, можно в теории даже Ебать, по с кайфом. пушке. Ага, блядь, сука, я ж не добегу нахуй. А не Что у добегу. тебя там добежишь? И Добеги. Волга. Более бой лучше просто. Я не знаю, что он сделал, но он на него побежал почему-то. Подожди, ты Элем? Да. А почему ты тогда Ваня Кувалда, если ты бьешь, ну, типа... Кувалдой. Кувалда Энг пользуется. Все, Похуй. спекайся в Энга. Ни за что в жизни вас не спекнусь. Согласен, петь ему мне. Молния. Жора Гром, там Молния. я хуй знает. Молния Малкуин, самый быстрый из машин. Как, блядь, Чай. запахло? Сейчас поищу, блядь, и, возможно, на аватар пойду. Ебать. Какое РТ, нахуй? Блядь, сегодня аватар 2. Нахуй. Слава, ты услышал, да? Его если сегодня не будет, то это нахуй. Да нет, я сегодня 100% буду. Мне сегодня, блядь, ботинки. Я чувствую, что сегодня ботинки будут с Да, дым. короче, не иди, лучше подожди, когда фильм в инете выйдет. Да не, похуй, у меня пушкинская есть, блядь, ты пизды. Ну ладно. Каска Все, есть еще? 8% каска есть? нету. Вот это У меня синтетика. кольчужный шлем, увы. Слава, ты десятку гер не хочешь целка собрать? Я понял. Ну ладно. Ебать, коротко и ясно. Ну, череп, кольцо, шея. Ага, мы чё не дождались-то, бедняжку? Какую? Какую? Как вот? Локона. А, в следующий пойдет. Там-то, Юрий. А чё, АБЛ не с пула дается, нет? Ну, тогда. Нет, под эту же хуйню. Да, он там будет пидорасом. Там-то, Юрий. Прилив сил. Всегда вроде так. Я, конечно, пул даю, но, по-моему, они максимально бесполезные. Ну, это... Да.
О, Геру. Опа. Геру. Сколько ДПС сейчас там? Какие 60? Где сотка, блядь? Ой, я, кстати, я на старом ЖПшнике, когда там это хуйня дамажил, ну, у меня 102, я ебать радовал. У меня что-то не кританул, 69, что-то было. Кстати, у тебя, кстати, с прокострел, у тебя, ну, за фул, мне кажется, даже больше сотки, блядь. Я во фросте. Блядь, ну... О, слава. Да ебать, ГЦ. ГЦ, да? Я сейчас, смотри, сейчас он вливает, сейчас. Ну это нить просто и всё. Ладно, давайте вот так. Бля, Синтек, ну голова. Чё, молимся? Молимся за меня, надеюсь. Голова на Элема будет. Что такое Тома молоко? И почему он с Fairy Tail? Prison. Чё-то знакомое. Prison, чё-то знакомое. Prison это шаман. Наш. Если шаман, значит сейчас упадет голова на шамана. Ему что, ничего не надо тут? Походу нет. Так, помочь чисто пришел. О, ящер уже 78-го. Оп. Ну навряд ли докачаешь его тут. Так, а что еще? Ящера надо хотеть, а? 79-го хотя бы. Там все равно талант, если ставит, а только вот жажду крови, чтобы у него настроение повышалось. Блять, настроение. Настроение у тебя там ластовые же эти. Что? Талант. А, нет, они я раньше. Я уже качаются, все прокачаны. Да. Уже акули челюсти, жестокая травля уже прокачан. Тут, ну, типа. Либо звериную стремительность стимул, чтобы 30% передвижения было больше. Либо жажду крови. Но ее надо там... качать. Не, ее зачем? Надо качать. Зачем? Ну, они тупят нахуй. Я хузина. Я всю жизнь качаю, потому что они иначе очень медленные. Там босс куда-нибудь побежит, он начнет вот это своими лапками. Вот он сейчас как за тобой бежит, он так и будет бегать тут. Ну. Это типа уебанство. Так и быть. Почему этот лок не в гильдии? Это нормально, да? Так это твинбер. Ебать, шмотки, блядь, Скары Гера, охуеть можно. Еще и вспышка, ебать, вспышка это пиздец. Не играл больше года. Ебать. Так, здесь важная хуйня, короче, вот по черепу играем, потом по кресту. Давай, череп, я... Этот босс сложнее боссов. Всем боссам босс. Сыка. Это череп дашь стан, да? Да. Христу. Постараюсь смерчу тоже дать. Не, это Юля тоже может. Опа, стан. Я стан пятом-то. Че, пятом может давать стан? Да, у хантов есть пять. Он, кстати, в Т5 в ротации будет потом, слышишь ли так? Да, нормально. Там в ротации, типа. Да, он там что-то пенетру дает. И... Короче, у него КД, я так понял, 10 секунд будет. Там через котени, Виваша. Блядь, Бен Стиллер пришел нахуй. Блядь. Да, тупо заглотил. Это вот Слава вчера видос включал нахуй. Не видос, а фильм, точнее. Там типос вот такие же звуки издавал, когда из него демона изгоняли. Нормально.
Да. А, ну да, Сергей же сказал, что это БМ. Ебать, этот пет настолько умный, что он отходит от моба и потом чаржится в него. Я уже сколько раз видел. Я думал, блядь, может мне кажется. Нет, он просто отбежал и потом чардж сделал. Ебать. А, хорош, блядь. Какие мувики еще? Сам мувик. Пришли хейтеры, блядь. Они просто во вторую кару играют. Нихуя ты, блядь. 30 кг, нихуя себе. Нет, не успеешь сегодня уже. А там... хуя, блядь. 37 дают нахуй на сурке эти, бля, элемы. 37, что ли? Там уроды ебаные элемы. Войт 40 даст. 50, нихуя, что-то пошелся. У меня, короче, какой-то баг, я когда жму залп третий, у меня почему-то это не показывается ГТД. Может, оно скидывается у тебя просто с... А, ну нет, подожди. Нет, ну типа просто не показывается ГТД, а так оно же типа есть, я не могу прожать кнопку. А, вы его, кстати, видели, то, что мы это... Нам придется авару... чтобы хотя бы к роботу прийти. Пиздец. Ну там же сделали все по порядку. Да. Сегодняшнего дня починили. По порядку сделали? Да, сегодняшнего дня починили, ебать. Пидорас сегодня че. Подожди, нет. Или только кильталас открывает. Там кильталасу, чтобы кильталасу теперь пройти, теперь надо убить всех боссов. Там вообще эту дверь. Нет, там Лара никто не убил. По всем похуй был. Ну да. А сейчас дверь починили, короче, и сказали нахуй, идите нахуй. Товар же пиздец говно вообще. Погиб мудаков. Первые шмоточки на НХ полетели. Я хороший пасть, наверное, был. Я тактику знаю. Стоять на месте и не двигаться, когда притянет убежать? Ну, типа да. Ку-ку. А, когда элементали появится, призвану придется одного забанить, другого фернуть. Иначе Иниолу убьют. Иниол единственный хил. Смерть Иниолы означает вайп. Скорее всего. Да, главное на венце не двигаться, нахуй. Все. Остальное все хуйня. Я только на свинце не двигаюсь. Опа, кто-то не зашел. А нет, все зашли. Притянет здесь еще. Thank you.
Всем привет. 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 Что там за пачка сверху? Сколько воронок нафармил? Сверху ноль. Пачка ГМОП. А здесь чёрт. Пачка Кара. Две воронки упало. Откуда? А, со вчера? Нет, сейчас сходил с челиками. Стелс. Uh-huh. Стелс Ока. Две воронки упало. Стелс Ока? Не, да. И как нет. Проходит стелс Ока? Долго идет. А чем отличается стелс от обычного прохождения? Ну мы просто скипаем всех, идем к Солярису. И там трэш убиваем по кругу. Все. Нормально. Но бля, это пиздец так долго проходится. Короче, я сейчас сделаю покушать и пойду с вами в вторую кару. Ладно. Почти ханта передамажил, блядь. Это лучшее элем в мире. Не передамажил? А, у меня 24. У меня тоже. У тебя 8.4, у ханта 9. Да, я же говорю, почти передамажил. 9к все-таки. Ужесть, блядь. Куда нахуй? А ты хант весь... Синтек башка выпадет, ДПС сразу станет пятнашку. Да не, я сейчас думаю, что башка все-таки на элем упадет. Прям железобетонно. Я надеюсь, не на, не на того. Не на Вайда. Да там и не Олин нужна башка. А, понятно. Да ладно, да бог. В прошлый раз, бля, обе нахуй на Аварова были. Я пошел F-друшником, пошел. И петки упали, и голова сразу золотом. Там пет заагрил. Тень. Он не агрил. Не, это этого. Брыста. А, еще один идет. А что там у ханта какого-то есть? А, да, точно. Там единственный нерв это то, что теперь нету процентного этого соотношения. Да, но стаков будет 7, а не 10. То есть быстрее стакать будешь. Ну я хуй знает, как это все произойдет. 7, а не 10. Какие стаки? 4, а? 4? Да, вот эта кобра, которая на тебе стакается, их там не 10, а 7 будет теперь стакаться. Ну, выглядит это как жесткий нерв. Ну, там видно будет. Подожди, вот а получается, блядь, то, что Ворген дает 3%, они теперь не дают нихуя мне, да? Сука. Я хуй его, я, честно говоря, я не понял. Не, ну там, про... там написано, что все, что дает процентное соотношение скорости, теперь, ну, типа, не учитывается в 4Т4. А я взял Воргена. Я так понял, что там не учитывается проценты 4, вот этот именно баф, который самого это дает. Но как это. А проценты твои, которые, я не знаю, они тоже не будут работать или будут. Я не понял вот этого. Ну это надо будет смотреть, нахуй. Ну как. Да, это на форуме надо будет спросить. Я как теперь проверю, если сегодня уже реворкнут? Не, не сегодня. А когда там? Да, там сказали предварительные, блядь, не сегодня же, не завтра. Не... Вроде как сказали, что сегодня. А, ну пиздец, значит. Ну, бед сагрил, развернись, пожалуйста. Да. Рокировочка. А еще знаешь, стрелы кончаются. Чисто на РТ-ДКшники меньше, меньше этих дают, блядь. Меньше ретриков чисто на параше где-то валяются. Ну, ретриков вроде как ап. Ну, пусть знает, ап это или нет. Написано, что ап. Да, написано в категории апа, значит это ап. Кто там закрывает, что решайте. Ну, короче, Иньола на зеленом, на синем. А уже все стали забить. Иньола, забери, пожалуйста, этот зеленый. Ой, блин.
плюс 2к мамы, да. Что, когда давать Геру, правда? Сейчас? Уже был. Да, потом уже, на второй. Да, наверное, на этом, на уёбке Геру дадим, нет? А, ну можно на уёбке, в принципе. А всё равно. Смысл сюда давать, это манекен же. А, ну и ко. Это будет разогнать. Слава сейчас разъебашит, ну, 30к дает наш по тут Геру. Сейчас ШВДшечку нажмет он. Следующий надо нахуй, до конца стоять надо, следующий. Ну, следующий умрет. Сейчас там еще петы погрызут ее, тысяч на 200, пока там голову ебет. Ну, просто а все должны стоять, бля, а то, бля, побегут нахуй половина этих, бля. Давай его кусай, давай, левый, левый. Давай, блядь, бок, бок. Левый, левый. Нихуя у меня этот LM3700 софты уебал. Слава, давай, да уби. Беги, малышка, беги! Бля, зеленый закройте. Поменял. Беги, малышка, беги! Хорош. Сюда. Ну как так? Бежать надо, походу, да? Бля, да. Бежим нахуй. Тактическое отступление. Да войд заруинил, как обычно. Войд заруина. Нет, там хуёво на тряпке стоит, там пиздец. Еще 2 кем возьмем. Первую у нас пережил. Ой, войд, войд. Сейчас бы как раз 800 тысяч дал. Ну, карта будет еще одна. Да, нет. Да. Че, как там ГМ? 45 тысяч. Сколько? 5. 10 за молот. А, нет, подожди, больше даже. 30. А, нет. 15 за молот на ару, челик. Просто я рольнул молот, тоже думаю. И выпадает 89. Такой, ух, хорошо. И челик купил за 15-ку, и токен на магу ушел за 30-ку. Я ГЦ. Она тоже будет. Все, этот, в гильдбанк. Обойдешься. Я могу, конечно, тебе. ГБ. Я могу, конечно, массивную каменную статую кинуть вам в ГБ. Чисто там по 25 хп хилить вам будет. ХПшечку. Элементаль, элементаль! Что элементаль? Че элементаль? Рейд упадете? Ну, горожанку. И че? Ну он бы мобов сагрил. Так можно отпустить его и все. Ну все, и так я и сказал, что ты. Сейчас можно пойти на аукцион и купить 2 воронки. Хорош. Бач, ты хорош. И в ГБ. Ага, 2 раза, блин. Да, и власть, точно, блядь, зов пойду куплю себе. Ну ты делать? Же хочешь себе этот метакамень, короче, топовый? Нет. Нам нужно воронку. Я его, знаешь, где вертел? На одном месте просто, блин, 365 дней в году на 360 градусов под песню Spin Me Right Now. Знаешь песню, да? You spin me right, baby, right now. Ебать, то есть меня же, да, что жестко, это... Ну. Да, жестко просто вот так. Кстати, Войт, тебе привет от... Сейчас, даже найду челика, как же у него никто, блин. А, от Пупсяки тебе привет. Ебать, да. Громов. От этот, Громов, говорит, чел. А, Пупся? Пупся, да. Фу, блядь, это же нахуй, это девочка, блядь. Здесь просто нахуй, не уважаю их. Мне еще ник этот. Играешь, никого не трогаешь, так же какие-то девочки. Вот. Тебе Юля танчит, вот тебе Юля танчит твои, блядь, ЗСОК, а ты не уважаешь их, осуждаю. Фу, нет, блин. Вот Юлю уважаю. Юля, да, лучшая, да, девочка. Да. А вот Пупси. Ну смотри, блин. Я передам, так я и скажу, какой там этот. Да там, не, я тоже, кстати, там такой вот такой высер. Бля, я с тобой дал. Чисто во втором статике там у Жомов рога сидит, ждет. Второй статик, блядь.
который умер. Ну, он что сказал? Она, это точно она, пупсяк это? Пупся, я не знаю. Ну, после маг у нее пупсяк, она говорит, что... Что там она говорила-то? Сейчас я найду. Она говорит, что у нее... Сейчас. У нас уже приходил один из жомов. Основа, говорит, в жомах. Основа в жомах, блядь. Понял, блядь. А сама она из какой-то там лекартель, что-то такое. А, хуй знает. Когда кто это. Возможно, это пупси, да. Я хуй знает. Но там просто повезло, короче, мне. Я просто не мог танка найти одного. Один танк не сумонился, а второго танка найти не мог. И просто повезло, что Мишка заходит такой, прям топовый. Я говорю, типа, танчик Мактеридона. Мактеридон это агрится на Мишку, Мишка просто бьет его. Пришло, просто взял, увел его, поставил. Прям четко так. Как будто всю жизнь это делает. И все. А если там чел реально всю жизнь танчит Мактеридона, знаешь? Как только магик вышел, он его танчил. Каждый просто день танчил. Ни в один инс не ходил, просто танчил чисто Мактеридона. Да, Мактеридон, Мактеридона танчил, а ты еще не родился в тот момент. Вот настолько. Да, да. Он их здесь хуярил. Он просто ушел на X5 специально, чтобы там танчить Мактеридона. Сначала на X1 танчил, потом на X2 танчил, потом на X10, на X3 ушел специально танчить Мактеридона. Но там Мактеридон не вышел, поэтому пошел на X4 танчить. Тут танчил. Теперь говорит, все, никто не хочет Мактеридона танчить ведь. Да. Пошел на X5, там танчит. Все гейм охотник, конечно, танчит. А Геро, ты как? Че? Не, не надо Геро. На 30, да? И. Мне кажется, на 30 она не нужна. Слава, давай вердикт, когда Геро, нахуй? Никто не ебет. Все с деревни. У нас есть. Я буду слушать только РФ. Щитки. Вижу щит. Ай, сука. Вы еще третью кару пойдете собирать? Или все? Да. Ну потом третью. Вторую кару и третью. Нет, кару, а потом седьмую и. Мне 20. Просто нужна голова Навара. Там пиздец их надо. И все. И по факту ты ничего не надо. Скачал? Так. Блять, я пуху тебя вкачаю сейчас, блин. Кого вкачаю? Да мне, блин, надо. Есть у кого-то 20 моховых агатов? Моховых агатов. Спасибо, сколько это. А, ну хотя. Двушку, да. Блять. Ну еще ж мне денег много, это на метасокеты. Так ты же их вертел. На метасокеты 6000 голды нужны. Ну я куплю их и перепродам. Перепродажа запрещена. Да не ебет. Ну я же не у вас покупать буду, я на ухе куплю и перепродам. А, ну это мутный. Понятно. Да, я из этих, короче, которые, по-моему, знаешь, цену... По-моему, тебе дешевле будет скрафтить и продать его потом. Ну, я имею в виду из додиков. Че, Гер, давай? Может быть. А может и нет. Если че, Войд умеет крафтить камни, а еще если у него прокнет, то там даже может быть больше, чем один камень. Но вот если я под конец... в это не верю нахуй, вот эту хуйню, блядь, что если прокнет, мне кажется, это нахуй какая-то разводка ебаная, блядь. Ну должна же быть. Не, потому что это же... Ну, кстати, по поводу прокачивых зелий, я честно не помню. У меня такого ни разу не было, чтобы зелье прокнуть. У него трансмутация у него. Ну, там посмотрим. У него камни конкретно прокают. Ну, еще напишем на этот, на форум, что вы типа пидерасты такие. Старого. Ебут они. Вот 7 скрафтил. У тебя 7 это типа хоть раз прокнуло или это. Нет, ни разу не прокнул у него. То есть смотрели, там ни разу. Ну давай, не... пожалуйста. Ой-ой-ой, бля. Ну пиздец. До следка, да, короче. Да, опять нахуй. На ДК забираешь. На ДК забираешь, тебе голова нужна.